Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Bevilis FX685E. Прежде чем ее открыть, я бы хотел бы сказать, что мне очень сильно нравится, как Bevilis относится к своим продукциям, например, оформление. Потому что изначально человек, когда покупает машинку или плойки, они изначально смотрят вид, а потом уже смотрят характеристики. Так что мне очень сильно нравится, как они оформляют машинки и продукцию свою. Вот таким образом машинка запакована. Я ее сейчас распакую. Хотел бы обратить внимание, что кейс очень удобен для транспортировки. Вот такой он удобный. Давайте мы его откроем. Открывается он вот таким образом. В комплекте идет сопроводительная документация. Инструкция есть на русском языке. А также в комплекте идут щеточка, масло для ножевого блока и насадки. В комплекте 4 насадок. Они выглядят вот таким образом. Вот таким образом они выглядят. В комплекте идет 4 насадки, 3, 6, 9,5 и 13. И сама машинка. Защитный колпачок есть в комплекте. Машинка выглядит таким образом. Машинка оснащена электромагнитным вибрационным АЭС-мотором, у которого 6000 оборотов в минуту и 10 Вт мощности. Машинка справляется с любым типом волос. Ножевой блок у машинки – это лезвие из легированной японской стали. Зубцы ножа имеют V-образный угол. Ширина ножевого блока составляет 45 мм. Регулируется ножевой блок 5 положений. 1,2, 1,8, 2,4, 3, 3,6. А также не забываем смазывать и чистить ножевой блок. Обязательно. Корпус машинки изготовлен из высококачественного пластика с софт-тач покрытием. Вес машинки составляет 580 грамм. Для удобства у машинки есть петля. Длина шнура составляет 2,8 метров. У машинки присутствует винт регулировки мощности. Из завода он настроен. Я бы не советовал бы крутить. Если кому-то что-то непонятно, ставим комментарий под видео, я обязательно отвечу на комментарий. Если хотите приобрести эту машинку, также переходим, ссылка под видео будет указана на контакт. Так что спасибо, что смотрите мои видео, ставим лайки, подписываемся. Всем удачи, всем спасибо.